Привет-привет! С вами Валерия и Оригамир. В своем вводном занятии я расскажу вам о своем увлечении оригами. Я очень хочу, чтобы это древнее искусство понравилось и вам, и мы с вами стали настоящими друзьями. И совсем не важно, сколько вам лет. Оригами можно заниматься в любом возрасте. И совсем не важно, где вы живете, ведь у нас с вами есть наш сайт origamir.com, где мы можем часто видеться. И совсем не важно, насколько вы заняты, ведь оригами позволяют расслабиться и порадоваться. Итак, как начать заниматься оригами? Я вам открою ужасный секрет. Нужно взять в руки бумагу и начать складывать. Вот и все. Другого секрета просто не существует. В своих следующих видеоуроках я покажу, что и как можно сделать новичку, а вы просто повторяете. Что нам понадобится? Прежде всего, это бумага. Самая обычная офисная бумага вполне подойдет для начала. Она крепкая и хорошо держит складки. А потом уже можно будет перейти к цветной бумаге. Вообще для оригамиста не существует проблемы с бумагой. Оригами можно складывать из салфеток, из них особенно хорошо получаются цветы, из газеты, из тетрадного листа и даже из туалетной бумаги. Ну, смотря где вы находитесь. В автобусе, например, можно что-нибудь сложить из талончика, а в театре из программки. Кстати, один художник из Германии сложил настоящую лодку из упаковочной бумаги и собирается переплыть на ней вокруг света. Так что никаких ограничений, прежде всего только фантазия и творчество. Но если вы все-таки решили заняться изобретением собственных фигур, которые никто до вас еще не пробовал сложить, рекомендую складывать эти фигурки из специальной бумаги для оригами. Она бывает разная. Например, односторонняя, то есть с одной стороны цветная, а с другой стороны белая. Также специальная бумага для оригами бывает двухсторонней. Она бывает или с двух сторон цветная, одного цвета, или же вот как, например, как это. С одной стороны одного цвета, а с другой стороны другого цвета. Еще в таких наборах иногда предлагаются схемы. Как правило, эта бумага квадратной формы и со сторонами от 14 до 29 сантиметров. Какие еще принадлежности нам нужны? Вообще для оригами нужны только руки и бумага. Но я предлагаю также использовать еще голову, клей-карандаш, простой карандаш, линейку и ножницы. Вот и все. Приготовьте все это пока, а завтра мы снова встретимся. Будем изучать базовые формы. Без них никуда. А я с вами прощаюсь. С вами была Валерия. До завтра!